Всем привет, дорогие подписчики и кто впервые на моем канале. В этом видео я хочу вам показать рецепт люля из курицы, приготовленных в духовке. Приятного просмотра! Для приготовления люля на количество 10 штук понадобится 1 кг куриного филе. Малое филе необходимо нарезать на тонкие полоски, а затем эти полоски нарезать мелким кубиком. Большое филе нужно нарезать тонкими пластинками. Затем эти пластинки нарезать так же, как и малое филе. Далее нарезанное мясо нужно порубить ножом, насколько это возможно. Взять одну крупную головку репчатого лука и нарезать его полукольцами. Выложить лук в филе. Далее нужно взять 5 мелких зубчиков чеснока. Раздавить плоской стороной ножа весь чеснок и мелко порубить его. Также отправить к мясу. Затем взять маленький пучок кинзы и мелко его порубить ножом. Ко всем ингредиентам в тазике добавить чайную ложку соли, хмели-сунели, молотого кориандра, молотой паприки, 3 чайные ложки красного острого и черного перца. Вымешать фарш рукой до однородности. Затем фарш отбить для скрепления. Подготовить заранее деревянные шпажки, положив их в воду. Смоченной рукой брать приблизительно по 120 грамм фарша и нанизывать его на шпажку, распределяя по всей длине. Выкладывать люля на решетку с противнем. Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов по 12 минут с двух сторон. Пока люля готовятся, можно замариновать к ним лук. Для этого одну головку красного лука нужно нарезать кольцами. Также взять немного листьев укропа без толстых стеблей и мелко порубить. Соединить укроп с луком. Далее взять лимон, отрезать небольшую часть от него и выдавить из малой части сок на лук с укропом.
Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. Все перемешать и отставить. Для люля также необходим соус. Для этого необходимо взять 200 грамм сметаны, нарубить зубчик чеснока, также нарубить немного укропа и соединить все со сметаной. Добавить к сметане 3 чайной ложки соли и черного молотого перца. Соус перемешать. Сочные, вкусные и красивые люля готовы. Подавать люля, выложив на тарелку и посыпав сверху маринованным луком. Благодарю за просмотр данного видео. Поставьте лайк, подпишитесь, если вы впервые на моем канале, и жмите на колокольчик, чтобы знать о выходящих новых видео. Всего вам доброго!